Укажите врага. Мы отправим их в ад. Свиньи меня раздражают. Пора пустить их на мясо. Воины, ждите приказа. За короля, в атаку! Славе! Короля, в атаку! Thank you.
пробили их стену. Вперед! К победе и славе! Вперед! К победе и славе! Хвала Создателю! Мы захватили вражеские стены!
Хвала Господу! Вражеский полководец мертв! Thank you.
Милорд, город захвачен. Этой победой восхитится весь христианский мир. Они получили то, что заслужили. Мы сокрушили врага. Отныне эти земли ваши. Дурные вести, милорд. Мы в осаде. Милость Божья! Они не знают пощады! Я отзываю воинов. Зовут вашу проблему. Убийство, диверсия, все, что пожелаете. Яд, кинжал, травка, кто расстроил вас. Имя жертвы, все, что мне нужно. Убийца ждет. Убийство, диверсия, кто расстроил вас. Убийца ждет. Имя... Oh!
как зовут вашу проблему? Убийство? Диверсия? Убийца ждет. Кого мне уничтожить? Как зовут вашу проблему? Убийство? Убийца ждет. И жертву. Все, что мне нужно. Кто расстроил вас? Убийство? Диверсия? Все, что пожелаете. Яд? Кинжал? Удавка? Сложный выбор. Яла! My sultan wishes you dead. Слушаю. Назови. Данило. Да, милор, это выгодное дело. Что вы хотите знать?
принесет прибыль. Да, милорд. Милорд. Кого будем разорять, милорд? Der Kaiser bevorzugt eure Waren, mein Freund. Что вы хотите знать? Да, милорд. У вас деловые проблемы. Доверьте их мне. I will not waste words on you, infidel. Yala! My sultan wishes you dead. Huh?